вот по такой вот скользкой лесенке по ступенькам, я бы сказала, спуск к озеру. Кстати, это вот единственное такое место непродуманное, где не почистили и песком не посыпали. Обычно тут вообще везде все чисто. Очень чисто, и видно, что ухаживают, если даже в горах чистят трассу. И все трассы в горах, что интересно, заасфальтированы. То есть абсолютно спокойно на своем транспорте можно ехать, нигде никуда не встрянешь. Ну, если только самому захочется куда-нибудь поехать, там, где не ступала нога человека. Спускаемся вниз, идем к озеру и снимаем панораму озера. Попробую найти там, где она, голубая вода. Вот я не знаю, кто там в середину пошли, наши, не наши. Посмотрим.